У школу з добрым сэрцам у рамках дабрачыннай акцыі БРСМ добрушскія школьнікі атрымалі новыя партфелі з неабходнымі прыналежнасцямі. На працягу месяца пры дапамозе неабыякавых жыхароў рэгіёна валанцёры збіралі карысныя падарункі для дзяцей. Нашы корэспандэнты далучыліся да свята. В урочистой атмосфере 33 школьные комплекты передали добрушским вучням. Усяго адресную поддержку в рамках акции «У школу с добрым сердцем» отримают больше 150 юных жихаров региона. Особливая увага шматдетным, неполным, а так само семьям, которые трапили в складанную житевую ситуацию. Для меня это эмоциональное такое переживание и такой трогательный момент. А для детишек, которые видят эти рюкзаки красивые, я думаю, что для них это особый, особая радость и... Наверное, праздник станет чуть-чуть ярче для них. Для детей были организованы интерактивные пляцовки и музычно-забавляльная программа. Больше за 150 гостей из Добруша и Гомеля наведали святочный концерт. Сярод их керавник волонтерского отрада «Сёмое небо» Иван Дусянок. Уже на протягу нескольких год он удельничает у акции и притягивает до уделу доброчинным руху своих коллег. Самая большая награда – это, конечно же, видеть улыбки детей на их лицах. Это самое важное для нас. Работники предприятия активно организовали сбор, не было каких-то там принужденностей. Все добровольно, с радостью, чем могли, тем смогли. Кто приносил сразу канцелярские принадлежности, кто рюкзаки, кто чем мог, тем ребята и помогали нам. Уручал портфели школьникам и Олег Ядранцев, член Совета Республики Национального Сходу. Ён разом с іншими депутатами взяли шефство над Добрушским районным социально-педагогичным центром. Его выхованцев депутаты постоянно наведывают и каждый раз привозят корыстные подарунки. У нас государство уделяет пристальное внимание детям. И это правильно, потому что подрастающее поколение – это то поколение, которое придет нам на смену. Организаторы акции «У школу с добрым сердцем» упэўнены. Гэтае вясёлае і запамінальнае мерапрыемства абавязкова падорыць дзецям пазітыўны настрой перад пачаткам новага навучальнага года і стане стымулам у дасягненні поспехаў на шляху да ведаў. Далучыцца да дабрачыннага марафону можна да 15 верасня. Вероніка Гамзюкова, Андрэй Іванаў, тэлерадыёкампанія «Гомель».